Сотрудники полиции на постоянной основе посредством социальных сетей выявляют злостных нарушителей правил дорожного движения. К примеру, в одном из случаев водители, ответственные за своих пассажиров, позволили им высунуться из окон, тем самым подвергли риску не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. В ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты нарушения правил дорожного движения, маневрирования с пассажирами, высовывающиеся из окон автомобиля на автодороге «Стелла», город Екибастуз. 3 октября текущего года водители в возрасте 21 и 22 лет транспортных средств установлены и привлечены к административной ответственности. Также страж порядка напомнил участникам дорожного движения, что безопасность – это прежде всего ответственность самих участников. Игнорирование правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям. Кроме того, полицейские нашли и привлекли к ответственности водителя, который проехал по тротуару. Грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителя ВАЗ попало на видео в городе Кибастузе, который ехал по пешеходной дороге между 9 и 11 школами по улице Королева в городе Кибастузе. Благодаря видео, поступившему в директ Инстаграма управления полиции города Кибастуза, сотрудники полиции установили водителя и составили административный протокол. За нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги встречного разъезда или обгона, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам, нарушение правил дорожного движения, где предусмотрен штраф в размере 15 месячных расчетных показателей. Как отметил начальник местной полицейской службы Талгат Шанкотов, за 9 месяцев текущего года за проезд водителями по пешеходным дорогам и тротуарам выявлены и привлечены к административной ответственности 53 водителя.